Смоленске есть одна хорошая традиция – международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Раз в год небо над городом раскрашивается яркими огнями. Время в ожидании красочного представления смоляне проводят весело. В этот раз на аэродроме «Южный» приземлились интерактивные площадки и импровизированные кафешки. На лошадях можно покататься, на батутах подпрыгать, а аттракционы, конкурсы, в общем, да. В общем, зажигаем, как обычно. Клевая дискотека, клевый фейерверк, классный. Мы ждем ферию. Скоротать время помогали и музыканты. На сцене выступили смоленские команды, а также гости города. Группа «Иван Купала». Почти 20 лет российские артисты придают фольклору современное звучание. В 10 вечера на небе начали появляться замысловатые огненные фонтаны. Международный фестиваль «Звездопад» – это творческое состязание. Вместо кисти – тысячи залпов, а холст – небо над Смоленском. Пиротехники здесь превращаются в настоящих художников. Сегодня вместе за час они создадут не один десяток шедевров. В умении ярко и весело греметь соревновались 5 пиротехнических команд из Норвегии, Болгарии, Азербайджана и России. Это одни из самых известных пиротехников, которые, допустим, Норвегия. Это одна из крупных компаний Норвегии, которая стреляет все национальные праздники в Норвегии. Состоять каждое выступление из двух композиций, такого не было никогда. Это будет перед основной темой «Техническая минута». То есть минута будет «Изумрудное мгновение» называться, это зеленый с золотым цветом. Ну, мы посмотрим, если это приживется, понравится зрителям, будем делать дальше. Их задача – создать спектакль в воздухе. Картинка и музыка должны дополнять друг друга. Первое место жюри присудило российским пиротехникам из Казани, а приз зрительских симпатий отправился в Азербайджан. Очень все бесподобно так. Мы первый раз. Нам очень все понравилось. Здорово. Такого никогда не видели в Смоленске. Это превосходное зрелище, на которое я бы ходила каждый год подряд. Собственно, так мы и делаем. Фейерверк придумали в Китае в 12 веке. По легенде, бамбуковую палочку начиняли прототипом пороха. В огне такая петарда оглушительно взрывалась. Предполагалось, что шум отпугивал злых духов. Сегодня же фейерверк – целое искусство, которое притягивает восторженные взгляды тысяч людей. Фестиваль «Звездопад» – это тот случай, когда лучше один раз увидеть вживую, чем 100 раз посмотреть наш сюжет. Хотя последнее не возбраняется.